Хавну они нарезки, у него полный кал. Хавну, и пошел он на его нарезки говно. И канал у него говно. И нарезки его говно. Человек говно. Согласись, Маслач. Дам-дам-дам-дам-дам-дам. Итак, смотрю, с кем буду Новый год. Спас. Конечно же, с вами, вы же моя семья. С кем же еще я буду Новый год встречать? А? Вот, конечно, я, наверное, приду к вам в этот день, поздравлю там всех. Да, с кем я буду в Новый год, с кем, я не знаю, с кем, а с кем я буду вообще в Новый год, с кем я могу быть. Привет, деть, два вопроса. Первый, как зовут вашего кота, которого сегодня выложила твоя жена у себя в Телеграме? И второй, можно ли как-то сделать, чтобы твой ненаглядный ВК-плеу сохранял трансляции? Кота как зовут? Ну, вопрос под ковыркой чувствуется. Сука. Пацаны, не пойму, стыдно перед пацанами, жесть. Кота как... Я не знаю, какой там кот именно. Доктор. Наверное, он. Я не знаю. Я просто там не знаю, где-то там что видел. Я вообще там нигде не бываю, в принципе, да. У нас разные места встречи. Пожалуйста. Доктор. Наверное, я не знаю. Я не знаю, какая там фото. Я их не видел уже. Ну, наверное, недели три. Никого. Я вообще там не бываю. Вообще не бываю. Я сейчас живу один. Давно уже. Месяца три. Люблю, точка, точка, точка. О, эйфория, я тебя тоже люблю. Что сегодня на ломоде у нас? Какие-то есть скидки у нас предновогодние? Так, здравствуйте. Заходите. Я зайду, но только... Для такого, как вы, только лучше. Это понятно, конечно, если каждый месяц мне такие деньги вас оставляю, жесть. Как, сука, блядь? Ну как? Я нашел ничего. Ну чё ты? Давай, чё? Да вы что, с ума сошли? Блядь. Сука, пусть только какая-то тварь попробует на подмышь лицо моё или уши делать. Шо? И шо? Не, ну и шо? Не так, и шо? Шо? Не, и шо? Шо? Так и шо? Ну и шо? И шо? И шо? Не, так и шо, и шо? Ну шо? Ну шо ты скажешь? Шо? Шо, какие-то вопросы или шо? Ну шо? Она меня даже не воняет, я ее мажу, понятно? Она меня пахнет, я сейчас сижу, даже вообще запаха нет, понятно? Потому что я не люблю брить подмышки, потому что они воняют сильнее. А когда не брошь, волосы убивают запах. На! Бан, сука! Я тебе сказал, бан! Я так и знал, что эта тварь будет издеваться надо мной. Бан, сука. В жёлк сделку не ходи. Да, блин, жалко, конечно, Джоника. Ой, рассыпала горошины от мамы и папы. Их дочка нехорошая, их дочь растяпа. Ты уходишь, и так слишком хлопнул дверью. Все проходит, как простуда, через две недели. Поскорее вернемся, поскорее будет солнце, пусть сильнее будет дождь, пусть сильнее будет слезы, ты скорее уйдешь, значит поскорее вернешься. Ты что, не бил? Пусть сильнее будет снег, пусть быстрее будет солнце, ты скорее уйдешь, ты скорее вернешься, скорее вернешься, чем скорее вернешься. Чем скорее будет дождь, тем быстрее будет солнце. Чем сильнее уйдешь, тем скорее вернешься.
Какой твой любимый хентай? Мне нравится, ну, этот, Маша и Медведь. Да, я тоже люблю такое. Хороший мультик, блин. Да, мне очень такой нравится. Но мне больше фиксики нравятся. А, кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Я там, дрель вообще чумовой инструмент. Я позвоню к фиксику. Что? Дурак. Она фригидная. Ой, хотел сказать, я пожилой фиксик. Алло. Здравствуй. О, здравствуйте. Как у вас? Вы кто? Я Саша. Местный. А вы кто? Что, страшно Алина. Стало? Алина? Алина, да. Мамедова? Нет. А какая? Ладно, все, ребята, все соседи... Я ухожу, до свидос. Да. Какой же ты дурачок, вот ты сидишь, общаешься, а я сижу и жду, зачем мне это? Я уйду от тебя. Я уйду, я себе сделаю отдельное гнездышко.